Все направляют, а самое главное, переход на борьбу хороший. И навстречу удара. То есть мы что делаем? Кулак доходит, мы просто щелкнули по нему и головочку протолкнули. Да, можешь немедленно делать. Не, да, просто понять сейчас. Да, то есть так ничего такого удивительного нет. Просто протолкнуть и все. При определенной наработке это уходит мгновенно, а в рукопашке, а не дай бог где-то на улице, это вообще, это ему смерть. Потому что движение, смотрите, давай. То есть это все сразу. То есть человек как в стену ударяется и отваливается уже готовый. Потому что у него вся энергия направлена вперед, а у меня, естественно, туда направлена. Я сам лечу. Конечно, летишь. Это раз. Вот. Дальше стягивание руки, ребят. Это блокирующее действие. А бывает, руки стягивают. Да, вот. Опять боковой удар. Да. Вот мы поставили, дальше ручка остановилась, нам можно работать дальше. Вот. Мы начинаем руку стягивать. Вот. Пам. И вот как раз и вытянули его. Я просто боюсь это быстро делать. Вот, поэтому как бы немножко грубовато получается, да. То есть обычная подстановка. И ручку в себя и вниз. И вот выход такой. Можно просто на руку. Да, просто на руку. Вот руку опустили сюда и вытянули. Видите? Опа. И вытягиваем. То есть мы берем под контроль локоть прямой, да, вот он прямой локоть, вытягиваем это в плечо, а если погрубее, то в голову. Остановить мы останавливаем его, вся сила в него теряется вот здесь вот. Дальше мы начинаем втягивать, упирая в себя, наклоняемся для того, чтобы заставить работать назад спину. Вот поджали, а вот теперь спина. Видите, чуть докрутились, человек ложится. Это уже как бы немножко относится к липким рукам. Это от боковой. Дальше. Пронос руки. Боковой. Да, боковой. Мы вот останавливаем. А теперь мы будем ее подкидывать и уходить от нее. Видите? Смотрите, еще раз. Ну, дальше. Дальше вы представляете, что будет. То есть очень простое, подбив, небольшой подбив локотком, да, и захват руки, и выход на болячку.